Сегодня вступил в силу приговор Яльчикского районного суда в отношении учительницы из Комсомольского района. Суд назначил ей наказание 3 года лишения свободы условно, с лишением права заниматься педагогической деятельностью на срок 2 года. Она также должна выплатить штраф в 50 тысяч рублей. Напомним, что 28-летняя учительница начальных классов Комсомольской средней общеобразовательной школы №1 Людмила Максимова обвинялась в истязании несовершеннолетнего и неисполнении обязанностей по воспитанию, сопряженное с жестоким обращением с детьми. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, Максимова, являясь учителем начальных классов, с февраля 2013 года по май 2014 неоднократно била детей и издевалась над ними. Осужденная вину в совершении преступления не признала и обжаловала приговор суда, указывая на то, что не издевалась над детьми. Совершаемые ею действия называла элементами игры. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Чувашской республики приговор в отношении Людмилы Максимовой оставила без изменения.